8 ноября в районном доме культуры имени Невельского прошло торжественное мероприятие, посвященное столетию системы дополнительного образования. На сегодняшний день в Невельском районе дополнительное образование представляют детская школа искусств города Невельска и ее филиал в селе Горнозаводске, центр детского творчества города Невельска, детская и юношеская спортивная школа города Невельска, а также объединения, организованные на базе общеобразовательных учреждений. Сегодня с гордостью хочется сказать, что Невельская район – это лучший район по дополнительному образованию без привлечения Сахалинской области. И, безусловно, в этом заслуга, прежде всего, конечно же, вас, преподаватели, тренеры, учителя, все сотрудники, которые обеспечивают этот процесс. Вообще дополнительного образования не бывает. Образовывается человек всю свою жизнь. По традиции в этот день чествуют тех, кто добился наибольших успехов в работе. Глава района вручил почетные грамоты администрации Невельского городского округа педагогу дополнительного образования школы села Горнозаводска Ане Шилкиной и концертмейстеру детской школы искусств города Невельска Марине Плотниковой. Кроме того, были вручены и благодарственные письма. Также в мае текущего года среди молодых специалистов прошел традиционный конкурсный отбор претендентов на присуждение премии мэра Невельского городского округа в номинации «Профессиональное мастерство». Глава района поздравил с победой и вручил диплом победителю конкурса тренеру-преподавателю детской и юношеской спортивной школы Наталье Пахомовой. Огромное спасибо вам, преподавателям, всем тем, кто организовывает эту работу. Сегодня вы находите в детках талант, раскрываете его. Почетными грамотами собрания Невельского городского округа были отмечены директор ДШИ города Невельска Олеся Гармышева, тренер-преподаватель по вольной борьбе ДЮСША города Невельска Григорий Гоков и директор ЦДТ города Невельска Денис Шкрема. Поздравляю вас с этим праздником. Желаю вам всего самого наилучшего, вдохновения. Ребятам хороших результатов. Родителям спасибо за то, что вы приводите своих детей и помогаете им быть теми людьми, достойными нашего общества. Под бурные аплодисменты зала директор департамента вручила коллективу детской и юношеской спортивной школы города Невельска благодарственное письмо. Церемонию поздравлений и награждения завершили начальник отдела образования Невельского городского округа Ольга Тен и исполняющий обязанности начальника отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Невельского городского округа Виктор Степанов. Официальные и торжественные поздравления сменялись прекрасными музыкальными и танцевальными номерами. Ярким и красочным получился праздник. А теплые слова поздравления с юбилейной датой и благодарности за самоотверженный труд, прозвучавшие в адрес педагогов дополнительного образования, стали лучшей оценкой профессионализма, компетентности и сердечной доброты. Елена Стрелкова, Александр Стрельников, Невельские новости.